Я знаю, что, к сожалению, там такое многовластие, там эти Коломойские, этот Арсен Аваков, там у каждого свои войска, каждый воюет отдельно. Там уже было предложение распилить Украину на куски, это мое, это твое. Я здесь буду князьком, ты здесь князьком. Всю жизнь люди шли к объединению, всю жизнь шли. Иван Грозный объединил, получилось Московское княжество, Россия потом. Шли к объединению, вот. А тут все время идет разъединение. Ну, то, что там развалился союз, это ужасно. Ладно, дальше. Сейчас Украина, она ее распилит, на нее насядет Польша. И все, все начнется сначала. И зачем-то была Запорожская сечь, зачем надо было принимать Украину к России? Мельницкий привел к России Украину. Зачем? Любое объединение, оно лучше, чем любое разъединение. Вот и все. Потому что, когда начинается много правителей, много мнений, а там ведь сейчас сколько мнений? Турчинов, этот Яценюк, потом вот этот Арсен Аваков, и все какую-то свою власть эту имеют, и, кроме того, войска. Но перемирие, я считаю, что возможно. Оно наступит, когда еще посерьезнее ополченцы вооружатся. Они же за счет них вооружаются, за счет гвардии этой. Они вооружаются, они уже сбивают самолеты, там все. Поэтому здесь... кстати, вот этот вот самолет-то, его же принизили, и ему сделали изменение маршрута, и тут его шлепнули. А маршрут ему изменили диспетчера, а диспетчера под Коломойским. Вот и все.